друзья. Меня тут Максим, вы смотрите канал The Quest. Сегодня у одного моего зрителя радость. Паша, твоя грин-карточка пришла. Вот. И я тебе в понедельник ее перешлю по твоему адресу. Радуйся. Ничего не потерял, так все в порядке. Вот. А на самом деле видео будет про очень серьезную тему. Про новый вид такого достаточно жесткого мошенничества. Вот. Связанного с оформлением грин-карт. Мне эту историю рассказал мой зритель, который живет в Нью-Йорке, Эдуард. Вот. Я надеюсь, в течение нескольких недель получить от него эксклюзивный видеоматериал. Он сейчас собирается взять интервью вот этих людей, которые лично пострадали. Как выглядит схема? Схема выглядит достаточно просто, и на нее ведутся те люди, которые ищут дешевый сыр в мышеловке, люди, которые не знают английского языка и плохо представляют себе по поводу всей кухни, которая здесь в Америке получается. Многие люди, которые выиграли грин-карту, необходимо им предоставить американский адрес. Необходимо предоставить американский адрес. И, соответственно, они ведутся на разного рода предложения, где этот адрес или бесплатно дают, или за какие-то смешные деньги, совершенно смешные. Вот. Но, как правило, большинство людей ведутся именно на бесплатные предложения. Что получается потом? Проходит какое-то время, люди забывают о договоренностях, и спустя какое-то время с того адреса, куда, который они указывали, с ним связываются вот эти вот ребята, которые предлагали свои услуги, и говорят: поздравляем, вы получили свою грин-карту, она пришла к нам, ну, а теперь бы неплохо поговорить о деньгах. Вот. Люди резонно думают, что это будет, ну, стоить каких-то там небольших денег, там $100, ну, может быть, $200, вот. А им в лоб говорят: ребят, если вы хотите получить свои документы и свою грин-карту, будьте добры заплатить $7000. У людей сразу шок, вываливается челюсть. Понятное дело, что если человек обладает английским языком, то он может ситуацию разрулить, как-то позвонить, договориться. А когда у людей английского языка нет, они не знают, как эту проблему решить, они вынуждены идти на поводу вот этих мошенников, платить $7000 за то, чтобы им переслали вот эту самую грин-карту на их адрес, чтобы они уже могли приехать в Америку и, соответственно, этой грин-картой воспользоваться. Вот. Это недосужий домысел. Я ничего из пальца не высасываю. Еще раз говорю, что мне эту ситуацию поведал мой зритель, вот, которому я не имею оснований не верить. В Америке он живет очень давно, больше 20 лет он живет в Америке. Вот. И в скором времени, кстати, он в Омаху приедет. И вот я жду от него весьма-весьма эксклюзивного материала с тем, чтобы уже поведать историю потерпевших, так сказать, из прямых рук. Жду ваших комментариев. Хорошего всем дня.